Всем привет! А хотите знать, что у меня сегодня будет на обед? Если интересно, посмотрите, что я приготовлю обычную еду, но вкусную. Захотелось мне жареной картошки. Как я ее жарю? В сковороду наливаю масло подсолнечное. Можно сюда добавить кусочек небольшого сливочного масла еще, чтобы вместе. Тогда будет вкусно. Но я буду на одном. Включаю умеренный огонь. Пока разогревается, картофель уже почистила, нарезаю. Картофель, чтобы был не слишком такой влажный. Можно даже его обсушить. Но я воду слила и все. Картофелины сухие, можно сказать. Масло разогрелось. Добавляю картошку. Не перемешиваю, так распределяю. Закрываю крышкой. Огонь умеренный. И готовлю, не знаю, может быть, минут 7. Не открывая, не перемешивая ничего. Снизу она начинает поджариваться, а в середине она как бы на пару, что ли, доходит. И получается проготовленная вся. 7 минут у меня вот так она поджаривалась. Уже слышу, аромат картофельный пошел. Крышку убираю и будем перемешивать. Вот, смотрите, поджарочка. Можно даже посильнее подержать, может минут 10. Но опять же зависит все, как огонь вы включаете, сильный, не сильный. И, кстати, сверху она уже практически готова тоже. Не сырая. Да, можно было 10 минут еще поджаривать посильнее. В общем, стараемся нижнюю поджарку наверх, а верхнюю картошку вниз распределить. Опять закрою и еще тоже минуток 10, чтобы наоборот все жарилось. Так, ну на второй стороне я 10 минут жарила картошку, не открывая, не перемешивая. Давайте глянем. Вот смотрите, какая румяная. Супер. Во время жарки вообще два раза картошку перемешала снизу вверх. И все. Через 5-10 минут. 7-10, вот так, наверное. Все, красота. Она уже готова. Вот и середина вся. Вот так жарю картошечку. Теперь слегка подсолю. Можно еще немножечко перемешать с солью. Одну минуту. Крышку уже не закрываю. Сейчас у нас солью немножко распределится и выключаю. Картошка готова. Дело не хитрое пожарить картошку, но не всегда она получается с зажаркой. Конечно, еще зависит от сорта. У меня картофель не слишком разваривается. Держит форму, если в супу готовишь и жарить. Вот поэтому она вот так поджаривается. Ну, говорю, не всегда получается, если разно. Так, ну, пока говорила, пожалуй, все, выключу. Готово. Сейчас буду накрывать на стол. Та-та-дам! Торжественный момент. Вкусняшечка. Картофель готовлю не часто, но иногда хочется и прям так с удовольствием ешь. Я имею в виду жареную. Смотрите, какая красота. Можно лучок свежий сверху. Просто так, для красоты, для яркости. Раз он есть, посыпем. Перчиком можно черным посыпать. Картошки, что нужно? Помидоры. Маринованные. Очень вкусные. Можно селедочки. Ну, селедки нет. Вот у этих помидоров маринад весь выпивается. В стаканчик наливаешь, он прозрачный, очень вкусный. Рецепт есть, кому нужно. Можете смотреть на лето. И еще картошки маринованные. Шампиньоны. Очень вкусные. Тоже маринад такой вкусный. Съедается весь. Ложечкой выпивается. Вот такой обед. Всем обедом. Обед. А это бутерброды из сайры. Хлебцы хрустящие поджарила и сайру сделала. Имбирь туда. Майонез, зеленый лук перемешала. И лимончик. Сок лимона чуть-чуть. Получается паштет такой консервный. Красота. Вот все.
Всем приятного аппетита, кто ест или собирается за стол садиться. И пока, до новых встреч. Благодарю за внимание, всем добра, здоровья и самого наилучшего. Пока-пока.